Первым представляю бойца в синем углу. Introducing to first fighting out of the blue corner. Ему 38 лет, рост 177 сантиметров, вес 83,55 килограмма. Профессиональный рекорд 23 победы, 14 поражений. Ladies and gentlemen, he's 38 years old, standing 177 centimeters tall, official weight 83.55 kilos. His professional record 23 victories and 14 defeats. Representing São Paulo, Brazil, here is Clever Клепиньо Солнца! Его соперник в красном углу клетки. His opponent fighting out of the red corner. Бойцу 25 лет. Его рост 180 сантиметров, вес 84 килограмма ровно. Профессиональный рекорд 14 побед при 3 поражениях. Ladies and gentlemen, he's 25 years old, standing 180 centimeters tall, official weight 84 kilograms 7. Professional record 14 victories and 3 losses. Дамы и господа, приветствуйте из Санкт-Петербурга, Россия, Фотон Иван Баканов! Рефери Максим Протасов. Дивизион до 84 килограммов. Опытнейший Клевер Солза у нас. В синем углу в красном Иван Богданов. Спортсмен, который сегодня дебютирует в лиге ACA. Налицо разница в росте, в возрасте. И, кстати, в росте в том числе, и в размахе рук, что немаловажно. Итак, смотрим. Сторонняя стойка у Клевера Солза. И левая сторонняя, соответственно, удобная для правши у Ивана Богданова. Начинает он качать корпусом и постепенно подбирается все ближе. Пока джебы по воздуху. Клевер Солза, конечно, опытнейший боец. Разные приемы были в его карьере. Но довольно часто он проявлял в первую очередь терпение. Возможно, здесь Клевер Солза будет стремиться к тому, чтобы Иван Богданов как можно быстрее потратился. Под давлением. Работает Клевер Солза, здесь пропускает удар. Навстречу здорово от Клевера. И здесь вроде тоже неплохо, но чуть-чуть смазано выходит этот удар. Попытка уже с его стороны поработать джебом. Вот так у нас динамично меняется картина поединка. На самом деле, конечно, серьезное давление лежит на плечах Ивана Богданова, потому что основное место в основном гарде ему доверили. И при этом еще раз отменю, что депутат лиги ACA, двойка по воздуху от Клевера Солза, пытается он перехватить инициативу. Сильно заигрывается Богданов. Несколько раз ему очень опасно пробивал по голове Клевер Солза. И вот еще одна такая комбинация, и она может стать заключительной в сегодняшнем поединке. Бой может закончиться досрочно. Хороший, плотный, лоу-кик поближний и связка с правой рукой. Старается постоянно работать на смещении. Иван Богданов джеб пробил. И здесь опять справа зацепил Богданов. Не бросается вперед. Пытается именно разобрать бразильского оппонента на части. Ну, размашисто там еще попал Клевер Солза. Вся правая часть лица у Ивана Богданова такая серьезным образом красная. Плюс даже потенциально сечка может открыться. И опять пытался провести атаку справа Иван Богданов. Очень здорово пробивает снизу российский спортсмен. Клевер Солза готов рубиться, ему будто нечего терять. В целом так и есть, Ром. Действительно, Клевер Солза боец, который видел, если не все, то очень многое. И очень трудно отправить нокаут. Самое главное, он здорово умеет еще и цеплять и притуплять бдительность оппонента. Да, эта победа будет очередной для Клевера Солзы, но он очень важный для Богданова с точки зрения потенциального контракта с лигой. Если сегодня Иван выиграет, то действительно шансы эти очень велики.
И опять на сближении здорово акцент перевел Богданов с корпуса на голову. Вновь ищет, размахивает левой рукой. Полетел вперед Клейбер Соуза. Так немножко несуразно. Так, очень осторожный поединок проводит Иван в первую очередь. Скрупулезно контролирует дистанцию. Очень жестко разрядился, кстати, Богданов в корпус. Здесь опять ликует угол бразильца. Каждое позитивное действие отмечается. Ну, это вообще характерная черта секундантов, тренеров, всех бразильских спортсменов, выступающих в Лиге ИСА. Все время смещается влево от себя в сторону. Иван Богданов пытается выйти на сильнейший удар справа. Очень острый, точно. И с той, с другой стороны. Последние минуты уже первого отрезка. Пытается с дальней руки уже атаковать Клейбер Соуза. Немножко подзавелись под самый занавес раунда спортсмены. Нервов больше. И как раз пока не психует Иван Богданов, очень четко работает в соответствии с выбранной тактикой. Потеря концентрации здесь очень дорогого стоит. Поэтому... Мы немного теряем зрелищность из-за этого. Да, безусловно. Здорово. Вот здесь попал, но не так акцентировано. И какой размен. Как будто не смотрят на время бойцы. Они оба хотят украсть раунд. Вот выдав такую концовку, кто здесь будет точнее. И по корпусу пробивает Иван. Все, первый раунд завершен. Два раза больше попал Иван Богданов, нежели Клевер Соуза. У нас впереди второй раунд. Постепенно заполняются трибуны на КСК-арене в Санкт-Петербурге. На Крестовском острове много именитых бойцов и вообще специалистов. Денис Гольцов, например, присутствует в зале. Алексей Жернаков, менеджер Александра Шелеменко, тоже здесь. Перечислять можно довольно долго. Итак, смотрим. Тоже будет в этом конкретном поединке. Здорово! Хорошо связывает удары левой рукой и мидлкик. Богданов очень добавил! И какая серия фантастическая! И на одиночные переходит Клевер Соуза, но с прицелом у него порядок. Складывается впечатление, что выкрутил как будто ручку со скоростью. Сейчас Иван Богданов. С другой стороны, действительно, вот эта гиперответственность, которая сейчас и лежит на Иване Богданове, давит на него. А Клевер Соуза отрабатывает свой контракт и тоже рисковать лишний раз не намерен. Поэтому все очень осторожно. Но при этом ощущение досрочного финиша витает в воздухе. Мимо. Здесь все видит Иван. Совершенно верно. В количестве преуспевает, безусловно, Иван Богданов. Но вот один тяжелый удар, это как раз-таки фатальная история абсолютно для Ивана. Это нам и подсказывает статистика. Это потенциально может случиться. По-прежнему старается вести аккуратный поединок на набор очков. Иван Богданов. Флоу-кик пробил. Еще один калф-кик. Здорово. Прям по икре. Такой неожиданный, очень короткий, отрывистый удар. Еще разок. Переключился как будто бы на первый этаж и тут же в голову.
Хорошо прикормил Иван Богданов соперника. И ответная атака от Клевера. Понимает он, что эпизод отдал. И по корпусу добавляет Богдана. Опять та же самая комбинация, которая была несколькими мгновениями ранее. Успешная комбинация. Как будто бы Ивану сказали, можно переходить на следующую передачу. Но надолго ли? Не достает, да, и не достает до головы Иван Богданов. Надо восстановиться, есть на это время. Дело в том, что в нейтральный угол должен был отправиться Иван Богданов. Готов? Уверен? Внимание, время! Дай глаз! Руки пожали! Да, спасибо за этот повтор режиссеру трансляции Денису Шуленину. Нарушение было, но пауза оказалась совсем недолгой. Неплохая атака слева от Богданова. Экватор поединка уже позади. Попадает здесь Богданов. Пошатнуло. Можно добивать. Бросается вперед. Боец из Санкт-Петербурга. Все. Вот здесь уже можно не останавливаться. И можно останавливать в том числе, но завязывается Клевер Соуза. Держится из последних сил, притянул к себе максимально, насколько возможно, Ивана Богданова, чтобы не случилось досрочки. А вот здесь локти полетят. Да, пытается как раз создать максимально большую амплитуду для нанесения ударов Иван Богданов, но гард. И опять же, опыт помогает Клеверу Соузе выживать в этом эпизоде. И говорят по-португальски, дыши в углу Клевера. И пока действительно он удачно справляется с задачей купировать вот этот вот шторм, который ему создал боец. И вновь очень важно не потратить все силы Ивану Богданову. Плотно по корпусу один раз отработал. И еще одна затяжная атака. Там летят боковые удары, локти вскользь. Чуть больше минуты. Соуза умеет ждать, еще раз отмечу. Соуза умеет терпеть. Вообще, как такое приличное количество бразильцев из лиги. С левой тяжело, еще с правой прилетает. Пытается отвечать Клевер Соуза. Вообще не пассивно проводит в целом. Вот сейчас, да, видно, как тяжело ему даются эти мгновения. Выдыхает, что есть сил. И еще один локоть. Этот раз слева. Старается работать в стиле прям Гегарда Мусаси. Иван Богданов. С корпуса на голову. С хорошим акцентом. И говорят в углу, что совсем немного остается. Ну, надо продержаться сейчас Соузе. А Богданов, конечно, проводит пока самый лучший отрезок у себя в бою. Близок, как никогда, к досрочке. Но пока он близок к победе в этом раунде со счетом 10-8. А это уже немаловажно. Ну что ж, с этим раундом все. Немного отдохнем. Лед потом надо будет убрать. Впереди третий раунд, третий, заключительный. Иван Богданов против Клевера Соузе. Бросил сейчас взгляд на Клевера, он свеж, бодр, как будто в начале поединка. И сейчас сразу же мидлкик в область печени. Бросает попытка побороться, неудачно. Что ж, действительно, решился. Бодрое начало Клевер Соуза, но при этом хватило его ненадолго. Первые секунд 20-30 он забрал, а теперь, посмотрите, начинает опять потихоньку прессинговать Иван Богданов. Борьбы он избежал.
Плохая подставка, но при этом покраснение на правой икре у Клевера Соузы присутствует. Постоянно финтит. Иван непонятно с первого взгляда, куда будет брошен следующий удар. Вот здесь и ногой дернул, но бьет вот эту ближнюю который раз. Клевер Соуза в очередной раз доказывает, что ниже определенного уровня он никогда не выступит. Ну и феерить, наверное, тоже не будет. Посмотрим. Может быть, сегодня какой-то особенный день. Атмосфера Санкт-Петербурга и вот это дыхание Невы как-то поспособствует тому, что Клевер начнет рисковать чуть больше. Пока, ну, точнее, Иван. Да, и попадает ему как раз Богданов с левой. Туда, как раз ту часть, в общем, куда она прилетала, уже основательно. Там есть проблемы с правым глазом у Соузы. Еще раз туда. На самом деле, 29-летний боец из Выборга проделывает очень качественную работу. Именно с точки зрения бойцовского интеллекта, с точки зрения того, как пытается разобрать Иван соперника. Это не какой-то бесшабашный рубака-нокаутер. Это очень четкий прагматик в стойке. И при этом говорили мы вначале, что бой несколько теряет в зрелищности, но я лично готов взять свои слова обратно. Вот с второй половины второго же раунда действительно все смотрится чуть лучше. Прям промазал Иван Богданов, мимо кассы пролетел. Мало того, еще и провалился очень опасно. Здесь все, что пока делает Богданов, это ищет возможность, ищет правильную дистанцию, постоянно в челноке, постоянно в движении. Полраунда впереди. И действительно свежо выглядят практически все действия Ивана. Да, с кардио полный порядок, будто... Активность, парни! А где ему было потратиться? Вот здесь опять, правый снизу, выгребая. Но стоит по-прежнему Соуза, как будто ноги ему к канвасу привинтили. Ничего не может его потрясти. Да, неплохой опорно-двигательный аппарат у Клевера Соузы. Довольно низко посажен центр тяжести. Но при этом вот нет такого огонька у Клевера. Нет желания поставить все на кон. Я думаю, что он напроигрывал в своей жизни уже достаточное количество боев Клевер Соуза для того, чтобы лететь против достаточно молодого оппонента. Ух ты, шагами пошел вперед, но так одним буквально ударом отстрелил эту затею Клевер Соуз. Иван Богданов постарался силовой джеб провести здесь, миддлкик, затем вращение, но далее атаку не продолжил. Понимает, что переигрывает скорости оппонента. Стоперы пробивает Клевер в свою очередь. Но при этом, опять же, по объему больше делает Иван. А сейчас заигрался Богданов и одну такую неплохую плюху пропустил. Сейчас продолжает финтить. Постоянно в движении, как вечный двигатель, вправо-влево. 12 на 7 по ударам ногами в пользу Богданова. Здесь на уклоне работал бразильца. Но откровенно уже застаивается Соуза. И там просто задача по движущейся цели попасть у Богданова. Тоже на фоне усталости не очень это получается. Ну и не будем забывать про восьмерку. Теоретически возможно в втором раунде. Так что к победе однозначно идет Иван Богданов. Какие цифры будут на карточках, уже не важно. Очень важно 10 секунд продержаться. Соуза может начать рисковать. Идет вперед. Размашистые атаки. Мимо. Клевер. Все. Ну что ж, хорошая работа от Ивана Богданова. Это ACE 158. Ждем решения. Первый поединок основного карда завершен. Досрочно выиграть у Ивана не получилось. Пока.
Александр Загорский собирает всю информацию с судейских карточек. Посмотрим еще раз нарезку самых опасных моментов в этом поединке. Напоминаем, что совсем скоро, 16 июня в Сочи, состоится финал Гран-при легкого веса. Эдуард Вартанян против Артема Резникова. Не пропустите. Благодарят друг другу бойцы. Ничего, кроме уважения. Здесь все понятно. Итак, обратимся к судейским запискам. Ladies and gentlemen, we go to the judges' scorecards. Судьи. 1 и 4 одинаково оценили поединок 30-27. Judges 1 and 4 are in agreement scoring the same 30-27. И судьи 2, 3 и 5 также были единодушны 30-26. Judges 2, 3 and 5 are in agreement scoring the same 30-26. Таким образом, единогласным решением победу одержала, and the winner by unanimous decision, Иван Богданов, Санкт-Петербург, Россия. Несколько слов после боя. Дайте шума этим парням и Ивану Богданову. Судя по овациям, на тебя сегодня пришло большое количество человек посмотреть. С дебютом тебя, с потрясающим дебютом. Как тебе бой самому? Ну, честно сказать, смотрел соперника, ну, бои его. И казалось, что я его намного легче пройду. А он оказался очень такой выносливый, сильный и стойкий мужчина. Расскажи, пожалуйста, в каком-то моменте, где-то примерно в середине поединка, ты переключился и стал гораздо лучше себя чувствовать, увереннее, много попадал. Что произошло? Да честно, ничего такого не произошло. Просто дальше, поэтапно выполнял свою работу, которую с тренерами отрабатывал. Где-то вот, ну, получше что-то видел, где-то что-то похуже. Все равно в течение боя, ну, легче становится, когда уже проходит какое-то определенное время. Волнение было вначале? Естественно, все мы люди, все мы волнуемся. Окей, тогда расскажи о своих притязаниях, что хотелось бы дальше. Ты один бой уже провел и победил. Мне хочется дальше выступать, побеждать, радовать зрителей, радовать организаторов, матчмейкеров, хорошие поединки закатывать. Я это люблю. Люблю махаться, драться, да, и зрелище. Тогда с большим нетерпением ждем тебя в клетке. Ваши аплодисменты победителю!